Джон Вик нашел. А вы в курсе, что мы в СССР живем? Серьезно? Прям в этот момент. Да. Я тебе могу сказать, что не просто в курсе, а мы в нем и живем. Это был незаконный захват власти. Да. Разминайте вас. Это хороший турист. Причем в Великобритании есть. Тайны. Помнишь секретный архив Кремля? А ты посетил? Бежал, который скрыл. Сноуден? Сноуден, да, я рассказал. Нет, это в общем доступе. Ну, поверь мне, нет, как, в общем как сотруднику структур, все, что выкидывается в общем доступ, не является такой уж тайной и достоверной информацией. Это не тайна. Это вброс. Это вброс. Помни, как в СССР суды были, как суды суд, обычный суд выглядели в районе Федерации. Вся атрибутика должна быть. Это все коммерсанты, блядь. Кто-то суд. Вот, самое. Это во всем мире так, а не только в Англии, в Британии. Вот оно после... Короче, есть чувак такой, Евгений. Я тебе скину. Нет, я тебе скину вроде сегодня видео. Евгений Бойнов. Всем звонит, всех. Нет, этот парень, он прям именно вот берет институцию, например, рассматривает, как должен выглядеть паспорт. И объясняет, прям наглядно показывает сравнение, как должен выглядеть паспорт и как он выглядит. И мы не являемся вообще никем. Вещи. Просто вещи. Вообще никем. У нас даже паспорта подъехали. Вот. Я знаю, о чем ты говоришь. Ты вообще не покажешь. Я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, о чем. Я про его и Петруха знаю, да. Ты да, вот, скажи. Вот парень просто покажет. Окей, тебе в 91-м сколько было лет? А? Тебе в 91-м сколько было лет? В 91-м, да. Два года было? А в 93-м 4, да? 3, 5. 89-го? 4. Ну вот, что в 4 года, не знаю. А когда уже нет, по телеку показывают. Как-то с людьми делали, как они писали. Все эти. Ну да, как завезли. Поэтому все ты, да это все. Такие вещи были много лет, а вот то, что говоришь про СССР, это да, правильно. Был незаконный захват власти, просто приватизация незаконна. Да, и вот этот вот договор, который ныне потом был упрощен в 96-м году и признался незаконным, и тем самым расторжение, как это, расторжение Советского Союза. В 96-м такого договора не было. В 96-м году тем более его не могло быть. Нет, в 96-м. В 96-м его упразднили, этот договор. Признали нецелесообразным. Я просто про договор такой не слышал, но я знаю, что в 91-м, 93-м было. В 91-м захватили власть. Вот в 90-м. А в 93-м попытка была и была. Вот в 91-м этот договор был подписан. А? Принятие теоретического строя просто. Конституции никакой не принимали, Российской не было, нет. Как потому же, что, она потому что это фирма юридическая. Как вы видите, не соответствует вообще. Самый первый закон о государстве, непосредственно о государстве независимо. Только я государство? Ну да. А люди? Фактически получается, да, если ты гражданин, то получается государство. Если человек выплывет в море, человек и принадлежит гражданин. Это два разных понятия. Мы говорим люди, вообще человек это вообще совершенно другое понятие, поэтому говорим про людей. Если люди выплывут в море, они будут вообще никакому государству не принадлежат, в нейтральных водах находиться.
Да, пират. Пират, обязательно пират. Господи. Не трогай, так порвала. Есть это, да, нюансы. Это я тебе знаю. Но это то же самое, как вот если ты будешь между Энгельсом и Марксом находиться, здесь там определенный промежуток, не относящийся ни к одному из этих городов. Я скажу по-другому. Нет, вот в том плане вот эти стелы, где типа начинается, кончается Энгельсский и начинается Марксовский район, да, ты имеешь в виду? Это имеешь в виду? Да. Это все. Это же все РФ. Нет, я по другой стороне. Смотри, он говорит, вот грубо говоря, здесь вот стелла, вот ты едешь в сторону Маркса, ты едешь в сторону Маркса, и у тебя здесь написано конец Энгельсского района, счастливого пути. Через там 500 метров начинается стелла, Марксовский район, добро пожаловать. А по кадастровым картам все разграничено, ровно, как положено. То есть эта стелла, это как на заборе, он хер написан, за ним ворота. Поэтому эта роль не играет. Они говорят, Кодекс административных правонарушений, который нам это запрещает. Он действительно
да. И все там осеменовоз, вот эти всех движений и так далее. И он задвигает эту массу. И люди это ведутся. Открываем консультацию, открываем практику, садимся вместе с юристом, начинаем рассматривать. В левую возьми. Скажи ему, чтобы он в левую взял. Все правильно. На даче можно ее оформить как собственно. Свободную руку перед собой. Свободную руку перед собой. Он вообще, да, не получается? Мы разговаривали, слушали. Свободную руку перед собой. Ты оперируешь такими фактами, ты вот должен, грубо говоря, как я, автомобилист, да, я знаю свободную руку перед собой. По ногам себя бьешь, потому что не двигаешься. Вся ответственность, которая на меня возлагается, в нормах плавно заводит. Я эти нормы плавно знаю. Я не могу разговаривать с сотрудниками госинспекции, которые меняют мне там непроводные мои нарушения, как они. Я говорю, ну, согласно нам, по поводу там, не правы. Я апеллирую на статье, но не закон, и все так далее. Нет, мне это видео тоже не показывает. Ты не скажешь просто, федеральный закон номер. Как ты можешь говорить о том, что ты не читал, если ты это слышал от кого-то? Мы сейчас зайдем в первый источник. Это консультант, это единый юридический портал. Петруха, знаешь, что тебе это, к чему разговор, Андрей? Потому что информация всегда тебе не проверяет. И все, что ты вот эти вбросы, это все. Ну а так-то по поводу Советского Союза, мне кажется, он прав. Или я так тоже думаю? Нет. Это было захватно. А так это РФ, да, это юридическая организация, там приезд, там свои кадастры, в каком-то чинском оружии. Отъебись от нее, боже, Восьмерка идет, вот восьмерка, помогает свободной рукой, да, под себя.
хотел отыгрывать. Ты его озадачил, что за информация? Я хотел у него спросить номер федерального закона, про который мне сейчас пытается сказать, да? Вот, исходя из этого видео, которое они сейчас льют воду, конкретности вообще никакой нет. Сейчас, никто не сказал про номер. Да, 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 никто не сказал номер. Все расскажут, что вам должны, вы должны сделать что-то. Федерального закона по огородам нет, есть законодательство. Нет, нет, есть закон. Нет, допустим, ладно, есть федеральный закон, который разграничивает правовые обязанности. Может, у нас законодательство водное есть, лесное. Здесь надо понимать. Как бы отдельно по огородам закон не будет. Ну давай, давай, просто нет, ответь. На будущее информацию посмотрел. Информацию посмотрел, старайся максимально корректно ее передать. Там обязывающий тебя что-то сделать. Это тот самый, как тренировка. Гайцы, после предписания, немедленно содрать тренировку, да, и предписание сразу, после, на месте про предписание, это документ, обязывающий тебя к определенному действию. Как может тебя описать, в чем? Что ты лыбишь сюда? Thank you.
представляю, ну, как он называется, Что, Кирилл, случилось? А мне полностью все было, у нее поломало. Я не знаю, что ты сделал, сделал так же, блин.